Новая книжка от издательства «Слово. Собачка воскресная». Ее автор Сурья Садекова. И не могу не подчеркнуть, что когда книжка прочитана была, она немножко поехала. Меня это, ну, как-то немного расстраивает, но, с другой стороны, какая нафиг разница, если книга была очень и очень хороша. Хотя кошатник во мне немножко восставал и бунтовал, мне бы очень хотелось почитать такую же книгу про кошек в искусстве, потому что Сурья рассказывает нам про собак, собак на картинах. Вообще, давайте расскажу немножечко, кто такая Сурья Садекова. Можно сказать, что Сурья занимается искусством с самого раннего возраста. Она закончила соответствующее высшее заведение, сейчас она парижский арт-критик, она куратор. И вот так вот, готовя одну из выставок, она обратила внимание на собак. Как же много собачек есть на картинах, и решила сделать из этого такой Facebook-проект. Каждое воскресенье написала про ту или иную собаку. И вот, в итоге получилась книга. Не могу сказать, что я прям действительно была воодушевлена, хотя это, безусловно, интересно. Мне нравятся книги, в которых берут какую-то отдельную часть, да, картины и анализируют именно ее в контексте общего изображения. Это здорово. Но, правда, я по душе своей кошатник, я слишком люблю котов, не очень люблю собак, поэтому мне бы действительно хотелось, чтобы издательство «Слово» что-то подобное сделали и про пушистых хвостатых с усами и любителями всяких там рыбных деликатесов. Но в целом, если у вас есть знакомые собачники, мне кажется, эта книга может послужить отличным подарком, ну, например, на Новый год. И, кстати, да, не забывайте кэшбэк кэшбэком, но вот на книге издательства «Слово» у вас есть еще промокод «Полина», он работает до конца года и дарует вам скидку в 7%. Так что пользуйтесь, если вдруг «Собачка воскресная» вас заинтересовала.